Вот они, маслята. Маслинок зернистый. Я у себя на канале выкладывал слайд-шоу с этими маслятами. Вот, а теперь покажу на видео. Так, вот. 3, 4, 5. Самый большой. 6. 6 грибочков. Вот они. Снизу вот так выглядят. Вот они. Снизу вот такие у них капельки. Вот. О, да тут под ним еще один. Да. Неплохо. Хорошая семейка. Пленочки у них, как у обычных маслят, снизу нет. Вот. У молодых можно пленку сверху не снимать. Также годятся жарить, мариновать можно. Сушить. Хороший гриб. Растет в основном летом. Июнь, июль.